Всем привет, дорогие друзья, вы находитесь на канале Gamerus TV, и сегодня в этом ролике я подведу итоги конкурса на 3000 подписчиков. Прямо при вас перехожу под видео, собственно, я уже перекрутил вот этот ролик. И, получается, копирую ссылочку и переходим уже на сайт, через который я буду определять победителей. Итоги этого конкурса будут подведены через сайт simplers.com. Почему не через сайт YouToGiz, как я это делаю обычно? Просто потому, что сайт почему-то дал сбой и не работает. Поэтому я потратил очень много времени для того, чтобы найти сайт, максимально похожий на YouToGift, собственно, для того, чтобы подвести итоги конкурса. Вставляем ссылочку, которую мы копировали. Получается, дальше выбираем количество победителей, всего победителей 5, потому что на моем Discord-сервере 1000 участников так и не набралось, дополнительных победителей 0. И также ставим галочку на «Получить уникальных пользователей», то есть мы исключаем пользователей, которые оставляют много комментариев, и получаем только один комментарий от одного пользователя. И также исключаем повторяющиеся комментарии. Соответственно, все это делается для того, чтобы конкурс был максимально объективным и честным, и для того, чтобы у всех были абсолютно равные шансы на победу, вне зависимости от количества спама под роликом. И нажимаем «Получить комментарии». Дальше ждем некоторое время, и, собственно, будем уже узнавать победителей. Следующий конкурс будет, наверное, уже на 4000 подписчиков, поэтому... Все в ваших руках. Нажимаем «Начать конкурс», и, в принципе, вот у нас идет определение победителей. К сожалению, сервис не совсем удобный в плане... в плане того, что комментарий не отображается полностью, соответственно, мне придется, собственно, искать вручную комментарий на YouTube, чтобы открыть его полностью и посмотреть, все ли в нем выполнено, потому что на данный момент по такой вот форме я не могу однозначно сказать, выполнены ли все условия или нет. Ну, первый комментарий однозначно делается рерол, потому что играть в копс, это, конечно, хорошо, но дискорд свой надо было указывать, поэтому делаем рерол. Главный план на лето — апнуть спеца. Здесь никаких претензий, в принципе, не имеется. Комментарий по форме, все хорошо, поэтому второй комментарий оставляем. Третий комментарий надо будет... я не участвую. Ну все, делаем рерол. А вот, в принципе, если бы ты поучаствовал, мог бы выиграть. Поэтому тут уж не знаю, хорошо это или плохо, но это был твой выбор, бро. Так... Как меня бесит вот эта реклама. Ужасно бесит. Мои планы на лето — поехать на море отдохнуть. Я так думаю, что комментарий по форме, поэтому оставим, и я потом вручную проверю уже его прямо через YouTube, чтобы посмотреть его полностью. Так, здесь тоже, скорее всего, комментарий по форме, но я это уточню. Здесь, я так чувствую, тоже все комментарии по форме. Поэтому сейчас, друзья, я лично вручную проверю эти комментарии, все ли в них хорошо. Если все хорошо, то мы переместимся в Discord и проверим, являются ли эти победители участниками моего Discord-сервера, потому что это, опять же, одно из главных условий. Друзья, я просто задолбался искать комментарии вручную, но, собственно, мне удалось это сделать. Вот перед вами первый комментарий написан по форме, второй по форме, третий вот тоже написан по форме, четвертый комментарий вот, но, к сожалению, здесь не указан Discord. И я предупреждал даже человека, вы сами видите, что нужно написать комментарий по форме, нужно исправить. Но при всем при этом Discord'а нет. Соответственно, я не могу никак с человеком связаться. Поэтому, к сожалению, придется делать рерол. Я всегда говорю, пишите комментарий по форме. Это очень и очень важно. Да, и по поводу пятого комментария. Здесь не указаны циферки. То есть для того, чтобы я мог с человеком связаться по Дискорду, нужно указать... нужно указать свой ник вместе с хэштегом из 4 цифр. Здесь вот эти 4 цифры с хэштегом, они не указаны. Соответственно, я с человеком, опять же, никак связаться не смогу без этих 4 цифр. И опять же придется делать рерол. Соответственно, 4-5 место мы реролим.
Первые три победителя пока что, скажем так, проверку прошли. Как меня бесит реклама. У меня ужасно плохое настроение сейчас, поэтому извиняюсь. Так, здесь вроде как комментарии уже по форме, потому что и планы на лето, и Дискорд есть, поэтому даже проверять не буду. Здесь тоже, собственно, комментарии по форме. И планы на лето, и Дискорд есть, поэтому все хорошо. Сейчас, собственно, перемещаемся непосредственно на мой Дискорд-сервер и будем проверять, являются ли эти люди участниками моего Дискорд-сервиса. Собственно, друзья, сейчас мы находимся на моем Дискорд-сервере, на котором, как вы можете заметить, 800 участников. Собственно, до 1000 мы так и не добили. Ну и прямо сейчас проверим, собственно, являются ли победители участниками этого сервера или нет. Заранее их Дискорды я себе отфотографировал, чтобы было проще. И, собственно, вводим. Получается R85 43T. Он является участником сервера, соответственно, он уже, собственно, финальный победитель. Это по поводу первого участника. Теперь у нас идет второй участник. Parrot. Ой, сейчас получается. Ага, Parrot не находит. Попробуем сделать с пробелами. С пробелами тоже не находит. Попробуем сделать еще по-другому. Попробуем сейчас найти его прямо в поиске по этому Дискорду, который указан. Не сработало, проверьте правильность регистра про описание пробелов и цифр. Окей. Напишем с пробелами, попробуем сделать так. Я максимально стараюсь, собственно, не делать рерол, насколько это возможно. Сделаем с пробелами. Все, запрос уже отправлен, окей. Теперь общие серверы. Да, он является участником сервера, соответственно, все хорошо. Я это вижу, соответственно, он также победитель. Переходим к третьему участнику. Понимаю комментарии. Так. Третий Дискорд у нас собака. Рафочка. Ой. Вот так. Да, Рафочка. В принципе, также является участником сервера, поэтому третий победитель есть. Теперь четвертый победитель. У нас Critical Self. Ищем. Critical Self с хэштег 1167. Да, собственно, также является участником сервера. Четвертый победитель и последний, пятый победитель. Получается... Хэнси, так, хэштег 7247. Да, также является участником моего Дискорд-сервера, соответственно, является победителем в конкурсе. Все, официально 5 победителей выбрано, все условия соблюдены. Я ужасно задолбался сегодня при выборе победителей, но, к счастью, все это наконец-то выполнено, и совсем скоро победители получат свои призы, я лично со всеми вами свяжусь, собственно, и выдам вам призы, не волнуйтесь. Так что призы будут выданы сегодня вечером-завтра утром, в зависимости от вашего часового пояса, ответите ли вы мне сегодня или нет, ну, в общем, в ближайшие 1-2 дня все призы будут полностью выданы победителям. Для тех, кто не выиграл, не расстраивайтесь, конкурсы еще будут. Ближайший конкурс, наверное, будет на 4000 подписчиков, так что ждите. Ну а с вами был Геймерус, мы увидимся уже на новом видео. Всем пока-пока и удачки, друзья!